Всем привет на канале Темное Лицо, меня зовут Дима. Я продолжаю проходить игру Assassin's Creed 4 Черный Флаг. Мне пошло 14 часть игры под названием Эльдитира. Я желаю всем приятного просмотра. Но перед тем, как я пойду эту миссию прикольненько выполнять, а именно захватить вражеский форт. Ну вот, сейчас покажу вам быстро на карте, где именно находится, куда я потом отправлюсь. Вот моя миссия получается, это именно я должен буду заходить в вражеский порт. Вообще форт. Вообще будет прикольно и классно, интересно, да. Оборона, скорее всего, не будет жесткая, но я думаю, у меня все получится. Кстати говоря, я же говорил, что я уезжаю на выходные, я вот еще раз повторяю, как таки я время появилось, я успеваю записывать заранее еще 14-ю часть. Надеюсь, вам она понравится. Кстати говоря, костюмчик сейчас я поменяю себе. Так, надо будет сейчас быстренько все сделать. Статую Марии, так сказать. Так, ну тут у нас, в принципе, все понятно. Ну да, в принципе, вот так. Вот сейчас все сделаем. Огромное всем, друзья, спасибо за поддержку. Надеюсь, вам понравилась моя заняться миссия. Да, она получилась очень долгая. Но надеюсь, она вам, правда, понравилась. Кстати говоря, я еще потом галку буду дальше еще, разумеется, улучшать. Так, подожди. Это четвертый. Во! Идеально! Ха-ха. Молодец, Димона. Вот она. Понял. Так, давай. Прыгай. Ой-ой-ой-ой. Ты же КП не потерял. Сейчас еще один медальон найду. Мне кажется, пусть медальон, а вот этих штучек, а смогу их собрать, а потом себе костюм взять. Так, еще один камень. Во. Кейт Эрент. Камень Майя. Мне кажется, если камешки типа стреляю, потом смогу себе падать костюм уникальный открыть. Я посмотрел это прохождение этой игры и вспомнил, а. Так, запретная зона. Да я никого не боюсь. Ладненько, помните, быстренько откроем точку доступа новую. Да, миссия вообще будет прикольной и интересной. Опа! Убил спокойненько и пошел дальше. Да, уж предыдущая миссия была интересная. Очень даже такая долгая. Это первая миссия моего, которая получилась на целый час. Так, подожди. Смогу тебя ножом убить, а? Хотя я уже крепость оставлю ножа. А, я хочу дива. Сейчас я учусь в голову. Видели, как я их всех кокнул, а? Крутяк, да? Еще выполнил обстрелку задания. Блин, я молодец. Да, он там подмогу вызвал, ничего не скажешь. Но ладненько. Помахаться, помахаться. Эх, ты падла. Сейчас я поближе подойду, а. Блин, пока зарядка, пока это все, а он уже успеет зарядиться. Хотя если он долго заряжается. Вау! Эпично! Это вот как всегда круто. Молодец, а. Ванька, это колокол уже не испорчу, хотя нет, еще могу испортить. Сейчас я быстренько его испорчу, пойду точку доступа сделаю. Может быть, даже что-нибудь такое новенькое найду и пойду уже, так сказать, захватывать форт вражеский. Да, полюбаться это будет сделать нелегко, но если бы галку улучшил более-менее, я думаю, я справлюсь. Привет, ребята, все нормально все. Ну, вы же деньги забери у них, а? Я бы деньги не забирал у него, да? Вот, кстати говоря, на. Я щедрый господин. Бери. Если тебе нужнее. Так, этого дебила я кокнул, там их двое было. Ладненько. И его только кокнул, он даже ничего не сделал. Ну, даже типа. Прям хотя я ему в голову выстрелил. Ладно, странные, конечно, эти тамплиеры. Опа. Я почти все сандыки кто-то скрыл. А точка доступа вообще на самом деле легкая на этом острове. Блин. Эдвард? Надо бы падать костюм поменять. Костюмчик прикольненький, конечно, но есть костюмы и более интереснее. Ух, блин. Да, предыдущая миссия такая получилась прикольная. Единственное, меня бесило то, что я два раза лоханулся, блин, именно с конвоем. Потому что он очень не оказался, я, получается, два раза просрал. О, как это силы свои не рассчитал. Блин, это очень классная и прикольная, на самом деле, игра. Я просто пришел быстренько на перерыв и записал эту миссию свой. Записываю, вот. Свой обеденный перерыв ради вас, все ради вас, друзья мои. Так, ну все, получится тут синхронизация одна. Тут, в принципе, мы все открыли, все узнали. Музыка. Опа. Ревун. Ой, последний сундук. Давайте быстренько со сундучком сходим. Последний на этом острове. Быстренько. Хотя иначе сейчас вот что я сделаю.
После изи катка. Иду спокойненько себе, ничего не трогаю, ничего не делаю, такой. Обожаю так делать, а. Сейчас, эти игры мне пока мало реалов на самом деле, а в конечном запомню, что это реалы. В городском времени на своем канале я буду начать проходить прикольную игрушку Вальчок Легион. Надеюсь, ну, я в любом случае начну ее проходить, но не знаю, после релиза я начну проходить ее или в ноябре. Ну, в любом случае, эту игрушку я начну проходить. Мне она очень понравилась, я еще давно по ней сделал предзаказ, еще в марте. Очень ждал ее, чтобы она будет в марте, но увы, и Ubisoft ее перенесли. Это, с одной стороны, на самом деле, я очень рад, что эту игру перенесли Ubisoft. Я более-менее успел свой компьютер улучшить. Блин. Не, на самом деле, прикольно, миссия получится. Я не буду делать ее очень долго, на полчаса где-то так. Видели? Прикрыл, да? Сука, он хотел убить меня. Тварь, а. Фу, блин, ты стрелок такой. Блин, вот огромное всем, друзья, спасибо за поддержку. Желаю вам и вашим близким крепкого офигенного здоровья и продвижения ваших каналов, чтобы у вас было все офигенно. Все-все-все мои друзья и мои будущие. Желаю моим друзьям всем этого и моим будущим друзьям желаю того же. Надеюсь, вы тоже мне этого пожелаете. Так, я открыл тут почти все сундуки. Может, какую-то хоть получу медаль? Нет. Я, конечно, не знаю, у нас есть основное задание, да. Ну, блин. 14-я миссия прикольная. Эльютира. Такое это прикольное название крепости. Форт, а форт. Еще путаю, что, блин, крепость. А это форт. Хотя, в принципе, по сути говоря, это форт, а крепость. Во. Сейчас быстренько поменяю Эдварду костюм. Дабы, благо, они у меня есть бесплатные. Блин, а песенку я хрен поймаю. Хотя бы хотелось бы на самом деле. Дневная вахта так держаться. Спасибо, давали. Спасибо. Так, подожди, опусти. Давай. Эдвард, так сказать, что мы можем еще галки себе улучшить. Перед, так сказать, боем. Нападением на форт. Так, продать. Это когда мы можем еще что-то продать. Опа. Видите, на 520 реалов можно продать сахар. И Романа всего лишь на 300, но ладненько, думаю, нам так Рома хватит. Ну, по идее, по игре у нас всё есть. Так, материалов у меня, конечно, мало. Так, что я могу сделать галки? Ух, тут уже нифига. Портовые орудия. Дофига не хватает. Пушки. Мощная сторона. Мощность обычных ядер. Я думаю, мощность обычных ядер. Это важная вещь, дабы она мне очень нужна будет. Тут, в принципе, больше не хватает ни на что. Ладненько, в любом случае, я галку улучшил. Говорится, получено усиленные ядра. Получено. Ну, кажется, имеется. Блин, прикольно, так сказать, у Эдварда каюта капитана. Сейчас я быстро сменю оружие. Ну, именно меню одежду. Так, Эдвард. Это обычный Эдвард. Так, это спущем. Это во. Костюм офицера. Вот, кстати, говорит, это используется. Как называется? Костюм Эдвард легенды. Во, кстати, говоря. Костюм Эдвард легенды, вот. Костюм, так, инструкция, ага. Где наставника? А, наставника. Понял. Так, это что у нас? Опа, Эльцо. А давайте побудем Эльцо. Я хоть, в принципе, еще не проходил эту прикольную игрушку там. Я знаю, что есть три части, где можно будет им поиграть Эльцо. Но давайте, как говорится, поиграем. Так, пушки. Вот пока обычные есть, да? Подожди, у нас что? Ой, у нас пока говно, на самом деле, пушки. 1, 3. Тут уже получше, но дальность фигня. Блин, хватает, надо будет денег. Вот, все реалы подкоплю себе 7000. Куплю себе, или даже 9000. Куплю себе пушку. На самом деле, получше. Так, одежду я же поменял себе, правильно? Наряд. Опа. Ага, это у нас то, анимус. Так, Эдвард. Опа. Мастер ассасинов. Вау. Благодаря хитрости анимуса мы можем предложить, как мог бы выглядеть Эдвард в одежде своего внука, мастера ассасинов, роду Хайду, более известного под именем Конора. Вау, блин, а прикольно, а? Бурый плащ, надо бы, кстати говоря, купить его. И вот, да, ух ты. Так, подождите, я хочу вот эту одежду взять. Вот это. Я сейчас его применил, да? Во, все. Блин, на самом деле прикольно, да? Классненько выглядит Эльцо, блин. Не могу и Эльцо быть, и это класс костюм. Кстати говоря, на халяву совершенно бесплатная. Вау. Уп-уп, кстати говоря, прикольный костюмчик, мне нравится, а? Потом и Конора, да, я использую костюм. Ну все, ребята,
Пойдемте, как говорится, захватывать. Капитан эту. На вахте. Так, ну, песенку мы все равно не поймаем. Где, кстати говоря, она? Она у нас тут? Да нет, Шантали. Я хотя, честно, хочу ее поймать на самом деле, но... Мне кажется, нифига не... Нет, давайте в конце потом миссии уже попробуем поймать ее. Просто если я поймаю ее, у нас будет новая песня для команды, видите, а? Ваника, у нас человек за бортом. Так что погнали. Вот, самое главное, подождите, что я забыл. Где моя крепость? Кстати, как тут надо будет, оказывается, исследовать, обследовать. Вот, все. Сюда мы пойдем. Наша главная цель, наша миссия. Чтоб каждый парус наполнился ветром! Все нагитовы! Просто не питался, а. Убрать гроты! Зарифить брамсели! Гроты по ветру! Так, ну нам до крепости, в принципе, недалеко. Фли! Это у нас мины получается. Там кто-то в воде! Фли! Получается, видите, у нас тут... Опа-опа-опа! Подожди, подожди. Фли! Похоже, давайте. Будет шторм, капитан. Блин, еще человек за бортом, да что ж такое-то, а? Да, вижу, море вижу, отдавали. Да, вижу, вижу, отдавали. Ветер северный. Слева по борту! Человек в воде! С того корабля! Так, с какого корабля, непонятно. Ваника, ого, прикольная скала такая. Ваника, все по поле, как говорится, на нашей миссии. Не факт, что у нас получится сперва взять крепость. Но тигра не зря, я все-таки улучшил, мне кажется. Блин! Бортовые орудия. Галки, а? Ну, обычные. Обычные орудия. Сейчас у нас мины. Блин, сука, и мин подорвал уже, а? Ой, не зря. Не вышло! Да все хорошо. Папуя, ребята. Хотя это на самом деле так прикольно будет путь. Как просто вот Эдварда видно в костюме отдавали. Опа, память анимуса. Так. Надвигается шквал, капитан. А, вижу, вижу, отдавали. Сейчас быстренько фрагмент соберу. Обрасопить дрей к ветру! Чтобы не впитаться, вот, вот так вот офигенно встану. Во, меняем вот тут, курс! Тут. Там скалы! Трави! Трави! Нельзя, почему время боя? Стреляю! Во время боя? Какого хрена? Снаряды! Вы что, охренели? Зал! Не, вы что, реально охренели, что ли? Я понимаю, что вы... Все! Просто все, видели, как я его. Ну, они сами напросились, на самом деле. Капитан на вахте. Блин, сейчас будет быстренько как-то галку. Вот. Отдать гроты, по ветру. Сейчас быстро галку разверну. За фрагментом анимуса схожу. Ну, сбегаю. Ну, в принципе, до цели недалеко, но не будем время затягивать, потому что меня перерыв меня не резиновый, как говорится. И поздравьте вас, стараюсь, ребята. Вы молодцы. Спасибо вам всем за поддержку. Всем-всем-всем. Вам огромное спасибо за поддержку, мои друзья. Олег, Олеги, потому что вас несколько. Три Олега, спасибо вам за поддержку. Данила, два, спасибо вам за поддержку. Ромы, два Сереги, спасибо вам за поддержку. Дима, спасибо вам за поддержку. Руслан, вас очень много. Санек, Андрей. Это же три серых. Спасибо вам всем за поддержку. Блин, да вас офигеть столько много, что я всех не запомню. Татьяна. Фобос, который меня немного обидел в казисе, было дело, который стиль не удался, но она, думаю, не созла. Так, что у нас получается тут? А, тут нормально все, все. Сейчас быстренько фрагмент за ним. В общем, всем вам огромное спасибо за поддержку, друзья. Просто, извините, не все меня запомнил, но... Ай, Жека! Вообще, по ходу дела буду вспоминать. Так, блин, офигенная игра, красивая вода, ну, море. Просто выглядит. И прикольный костюм Эдсела, да. Костюм Эдсела, на самом деле, Эдсела. Я даже особо не играл, на самом деле. Я знаю просто, что есть три части, где может быть именно главный герой Эдсела. Это 10 часть, где именно ассасины верх части, где именно мы будем играть аж всего три части за одного героя. Вот, допустим, Far Cry, ты можешь любую часть записывать, любую проходить. Маскировка в воде. Вау, прикольно, сука. Они какую-то хера стреляют нас, какого фига. Что любую часть будет проходить. Неважно, первое, второе, они все равно не связаны. Они все отдельные. Это не ассасин, допустим, три части, которые. Твою медь, а. Что если я штурвал, и все пипец будет, да? Поймать ветер! Ну, ладненько. Ребята, вы сами напросили. Блин, не успел я. Ударим по ним здесь, Кэп! Блин! Офигенно я покачал галку, а. Похоже, будет сам! Там у него
уязвимое место! Все, видели, как я быстренько их, а? Они открылись! Боги водички! Блин! Спасибо тебе, Алекс, спасибо тебе, Алекс, за поддержку, сказал мне прокачивать орудие. Спасибо, спасибо тебе. Я твой совет услышал и вот прокачал. Видишь, получается у меня галка вообще намного лучше, ты еще лучше стал, а? Так, так, очки, ладушки. Сколько смогу убить, столько убил. Представляешь, если побольше, чтобы тебе пятерых убить, хотя с моей меткостью, конечно, хотя бы троих уже хорошо. Ладненько, погнали выполнить основные миссии. Хотя, в принципе, это и есть почти основная миссия. В любом случае, я думаю, вам понравится мое прикольное прохождение, моя прикольная миссия. Обороняйте палубы! Ракушки, клиночки. Где? О, ой, прости. Опа, видели, как его? Костюм и отстрел. Блин, а прикольный костюм. Вот его отстрел, а? Мне кажется, тебе прикольный совсем. Отстрел. Он вообще... Видите, какой крутой был внук, да, Эдварда? Блин, сука, нашего убили. Ах ты, сука. Блин, ты бугаи жесткий, да? Есть! Ух, блин, нашего одного убили, тварь, а? Так, галку... Вроде бы галку не надо чинить, а? И надо чинить, не знаю. Просто я могу известность пока снизить лучше, а? Хотя охотника не боюсь, нет. Галку чинить не надо, потому что она целая у меня на самом деле. Да, я лучше снижу известность, сделаю, чтобы у нас появилось еще больше друзей. Мне нужны люди. Вот, вот, теперь у нас еще больше людей появляется. Если захочу форт, а я по-любому захочу его, вот мне еще больше людей в команде будет. Крутяк, так, Ваника, все попули. Отдать кроты! Отдать все! Хотя, так, к черту! Да, погодка офигенная. Кстати говоря, я без конца могу с ними сражаться, поэтому попули, дорогие друзья, наконец-таки на нашу основную миссию, вот, захват форта. Блин, огромное вам всем-всем-всем спасибо за поддержку, друзья. Вас столько много, что извините, я просто будет имена ваши путаю. Ого! Не да уж, нелегко будет. Этот форт подбить. Так, уничтожьте. Значит, что здесь? Морской форт. Уничтожьте укрепление форта. Твою медь. Даже еще не близко подплыл, они уже стреляют по мне. Охренеть, да? Ладненько, твари. Блин! Стреляйте вон туда! Сам! Блин! Ударьте туда, это их добьет! Сал! Готовы, сал! Вон слабое место! К бою готов! Спустить промзеля его, промзеля! Твою медь, а! На пять скорости! Зараза, впитал этот, как сказать, не рассчитал без скорости, а! Зато уже два укрепления форта уничтожил, а! Молодец, Эдвард! Смотрите, я молодец! Алекс, спасибо Алексу! Подсказал мне, вот я улучшил все корабль. А то реально, предыдущие миссии, блин, зараза, я просрал из-за того, что у меня галка была такая жесткая. Удачная позиция! Бой готов, подходящая дистанция! Блин, последняя буквально осталась, а? Миссия. Блин! Они уязвимы здесь, надо бить! Дальше будет сложнее, друзья. Хороший! Охренеть, блин! Дальше, конечно, будет сложнее, друзья. Он идет ко дну! Так, подождите, проникните. Ага, морской форт, проникните в форт. Ну, давайте быстренько. Натяговите, я же говорю, миссия не такая долгая. Хотя нет, она, в принципе, еще не завершится у меня после захвата форта. Я еще хочу, может быть, куда-то сплавать, а? В общем, посмотрим по ходу дела. Не, я, конечно, сейчас ее делать не буду. Спустить паруса! Потому что, перерыв, я же говорю, не резиновый. Но, сколько смогу, сделаю. 14 серии запишу даже просто потом. С 29 октября, если все будет нормально, будет у меня время, я хочу записать первую часть Watch Dog'а. Надеюсь, вам понравится мое прохождение этой прикольной игры. Я очень долго ждал Watch Dog'а, я еще фанат, на самом деле, этих игр. Я первую часть играл и с кайфом в нее играл. И купил себе недавно вторую, поэтому с большим удовольствием поиграю в Watch Dog Legion. Я сам покайфую и вам, думаю, понравится. Так, подождите, куда мне, как мне залезть туда? Надо помочь своим друзьям в будущем. Это вещи сейчас могут убить, а? Эдвард, подожди. Надо подумать. На самом деле, как залезть сюда?
А, вон, а чё, видите, я всё-таки додумался, я. Крыл ты его, а. Блин, они так долго сражаются, а я просто изи, а. Видите, я всё-таки там бунт устроил, они устроили на базе бунт, да. Или это мои ребята, или мои будущие друзья, не знаю. Блин, офигенный. Офигенный захват спорта на самом деле. Я столько раз его ранил, он не сдох еще. Живучая тварь была. Так, да, нам убейте офицера форта. А, значит, типа махаться немного мне. Это, кажется, если я убью его, потом все, типа, ну, форт захвачен будет. Будет не так интересно. Только денег у меня мало пока, да. Они без конца появляются, видите, я их столько копаю, а? Они все равно появляются. Блин, да, надо будет его убить, но знаете, я немножечко помахаюсь еще. Блин, я просто изи, а. Видите, подскажу. Да, они без конца будут идти, но я чуть-чуть помахаюсь, буквально немножко. И все, и пойду этого офицера убивать. Я просто потом хочу вам миссию интереснее сделать, а. Твари на одного, блин, вдвоем, а? Так, еще буквально двоих убью, так, а? Сверху, даже там сверху убью. Ух, и пойду. Сука, на фрагмент анимуса, блин. Бочка с порохом, сука, на фрагмент анимуса будет собрать. Это, походу, дело. Так, подожди, подожди. Ух ты. Как я, Ника? Сука, охренели, бля. А вот он, гребаный офицер. Ух ты. А он жесткий парень. Это вот круче, а. Даже если ты чего боится, я просто видео могу показать. Правда, надо будет ничего не делать во время начала игры. Просто пару минут подождать, и вы поймете, о чем я говорю. Вот прикольное видео будет. Все. Доберитесь до штаба, морской фронт. Видите, капитан, а лох. Все. Их почти всех перебил. Сука, нехрен было моих людей пытать. Ублюдок. Так, подождите. Там, получается, у нас сундук. Где еще? А, ладно, так что быть. Я не такой жестокий человек, поэтому не будем их всех убивать. Пускай уже на нас работают. Видите, просто изи форт захватил. Так, ушки. Опа, первый сундук. Опа. Вон, ну чё. Теперь, правда, прикольная такая миссия получается. Ну, интересно на самом деле. Мне нравится. Опа, фармит анимуса первый. Так, подождите. Так, где еще один сундук? А, вон, ну чё. А сундук где у нас? А вот он и сундук. Ну-ка. Так, все, два сундука есть. Получается, остался один еще фрагмент, который я потом возьму. Так, давай, Эдвард. Апа, сука. Так, тут получится убить командира форта. Как я же командиром стану, а? Знаете, что я хочу сделать? Чисто в бошку ему выстрелить, а? Бам! Все, теперь у нас еще и форт появился, а? Блин. Такая прикольненькая миссия была. Правда, не особо долгая, но интересная. Очень даже интересная. Я пока с вами для тебя еще не прощаюсь. Огромное вам всем еще раз спасибо за поддержку. Видите, один сектор теперь наш стал. Мне столько тут дофига чего прикольненького я себе раздобыл, так сказать. Видите? Наша теперь зона морская. Тут еще дофига фортов она будет захватить. Примерно... Ого! Она будет все форты захватить по ходу прохождения игры. Так, получается у нас... Охотничьи трофеи, продажи ремесел. Так, сундук. Опа, видите, фрагмент анимуса получается. Еще сундук. Потом получается легендарный корабль. Не-не-не, да это корабля мне пока еще рано даже рыпаться на него. Если я просто, блин, вот этому конвою, вот, блин, морской конвой просрал, блин, два раза. Так не поимел его. То какой бы легендарный корабль, который меня просто выдолбит. А вот по поводу этого, блин, вот... Можно будет так завершить миссию, так сказать, прикольно будет. А контракт на убийство я выполню потом. Хотя нет, даже сказать, по ходу дела.
Привет, походу дело, контакт выполнил. Так, продажа. Нет, продажи мне нечего продавать. А вот купить, что у тебя можно купить? Боезапасы. Так, тут у нас все есть, нормально. Внешний вид галки. Нет, я хочу накопить себе на пистолеты. Спасибо. Так, контакт на убийство. Испанская чума. Опа, выполнил контакт, кстати говоря. Морские контакты, да? Испанская чума, да? Ух ты, приветствую вас, приватир. Блин, а прикольно на самом деле. Ладненько. Испанская чума, так испанская чума. Так, по поводу этой, ладненько, разберемся. После форт взял, вроде завершил миссию, или не завершил еще. Так, потопите испанские канарейки. Кстати, может, даже этим завершил миссию. Так, тут, в принципе, пока делать нечего. Ладно, ребята, теперь у нас с вами есть форт. Тут, наверное, будет потопить испанские эти... Как там имеется? Канарейки. Канарейки. Кстати, не забудьте подписываться на канал, поставить лайк этого видео. Так вы поможете моему продвижению канала дальше. Так вы поможете продвижению моего канала. Вашей подпиской, лайками и комментариями. Дорогие мои друзья. И, дорогие девчонки, если вы присутствуете на прохождении. А вы есть, Это Кристина, Татьяна и Алина. Респект и уважу к вам, девчонки. Так, кстати, гадайте, правда, выполнил на самом деле эту миссию. Получится, не получится, не знаю. Попробую, по крайней мере, будет, надеюсь, интересно. Правда. Так, ну, буквально мне осталось минут 10-15 перерыва, и надо будет потом быстренько на работу бежать. Дабы, благо, у меня работа от дома недалеко находится, это плюс. Поэтому я, как сказать, и пришел на перерыв. Ну, кстати, это прикольненькая миссия, да, потом просто у меня... Ух ты! То мясо так и просится на гарпун! Понял, да бы у меня просто... Сэр, вижу свежее мясо! Ага. Так, дабы просто у меня не факт, что во время... задания взаимодействия нельзя. Твою иметь задание. И где эти тупые эти хрены? Так, мне походу придется их долго на самом деле искать. Эти испанские корабли, варяжский корабль, это понятно. А где испанские хрены? Видите, получается мне пока... Во время задания нельзя, блин, нафиг, а? Во время задания взаимодействия нельзя. Свободу гротам! О, не надо будет... мясо так и просится на гарпун! Да согласен с тобой, но... Спустить все, кроме гротов! Нельзя, свободу, блин. Гротам! Сука, я после во время задания не могу это сделать. Так. Бомбрамсели, круче к ветру! Нет, это дерево, это хорошо, но мне нужно найти именно эти тупые корабли. Фух, ладненько, друзья, правда. Если вы кушаете, приятного вам аппетита. И всего остального. В любом случае, надеюсь, вы пройдете на мою финальную миссию Кратиса. А потом буду, не знаю, какая игрушка выиграет. На ПК напряженная ситуация именно в вопросе происходит. Так, это не то. Это не то, что мне нужно. Хотя я потоплю. Блин! Кэп, удачная позиция! Зал, блокли там! Блин! Они уязвимы здесь, надо бить! Тащим их в преисподнюю! Все, быстренько их хлопнула. Даже не буду с фальконом стоять. Сам поубиваю. Не пускайте сюда! Падла. Миссия на самом деле будет интересна. Починить галку. Так галка целевая у меня. Ладика, известность пока не надо снижать. Блин, этот гребаный корабль, да уничтожить будет, а? Опа, в этот момент в каюте капитана доступны 3 улучшения. Опа, еще один корабль на гарпун. Хотя нет, знаете, как я сделаю? Хотя нет, если все-таки их убил. После этих... Не знаю, где эти корабли искать, а? Это, скорее всего, я либо выполню эту миссию «Испанская чума», либо не выполню. Больше парусов давай! Посмотрим. Просто хочу завершить именно задание, именно это акула. Живей! Так, тут уже, кстати, тут, кстати говоря, да, быстренько так поубивает. Изи. Я просто, на самом деле, просто была лень, дорогие друзья, не прыгать на корабли, убивать их, лень.
Тигр. Правда, огромное, преогромнейшее вам спасибо, друзья, за поддержку. И прям ценю, что вы поддерживаете меня. И на моих обычных прохождениях, на моих стримах, что вы поддерживали меня на прохождении Крайзиса, что вы поддерживали меня на прохождении Метрового Ассасина, поддерживаете очень других игр. Так, ладненько, пока эти корабли тупые... Они совсем близко! Пока я дебильные корабли испанские не потоплю, я понятия не имею, где они находятся на самом деле. Койки вниз, по местам стоять! Я не смогу, убить акулу, ну именно, завершить миссию. Так, как я хотел, походу не получится. Держите, вот тут три корабля, тут три корабля. Может это они, а? Давайте попробуем, узнаем, как говорится. Не попробуй, не узнаешь. Надеюсь, вам правда понравится мое прохождение Вайчдока. Надо будет правда пробовать песенки еще потрепсить себе, поймать, чтобы у нас новые песни появились, как говорится, в команде. Наши, мои ребята пели другие песни. Ударим по ним здесь, Кэп! Сам! Тараном, пойду. Ждем хочу, приказа, блин. Сэр! Тараном! Посвящен на тараном. Держись! Сейчас ударим! Пойдете ко дну! Все, так это трогать, наверное, не буду или буду. Хотя нет, я все-таки крутой же чувак, поэтому да, хочу. Блин! Мимо! Там у него уязвимое место, сэр! Блин! К бою готов, сэр! Я бы это не назвал, мимо. Опа-опа-опа! Как звук-то эта фигня называется, а? Им с нами не тягаться! Пушки готовы! Впереди враг! Сам! Они открыли! Дайте-ка по ним, опа, сэр! Потопите испанский! Видите, все-таки один испанский я потопил, а? Трутяк, так, получается... Может, это есть испанский второй? Сейчас посмотрим. Блин! Садите-ка в них залп, капитан! А, получается, испанский второй, его, походу, дальше находится. Видите, один испанский я потопил кораблик, а? Надо будет еще поискать, а? И улучшение для галки я понахожу. Опа, корабль все-таки тонет. Я думал, он не тонет. Ну, типа, знаете. А на самом деле. Я знал, что тонет, но думал, очень долго. А тут, видите, быстренько. Так, дерево сахар. Окей. Это, надеюсь, второй испанский корабль, а? Кэп, удачная позиция. Только скажите, Кэп. Не знаю, это они, не они. Они уязвимы здесь. Надо бить. Спустить бомбром зеленый. Давай, давай. И получится, где мне еще два корабля из испанских, а? Один был здесь, а где еще два? Получается, по всей карте должен бегать их искать? Так получается, что ли? Я думал, типа, они будут находиться вместе, рядом. А тут видите, как получается, они слева, находятся... Слева, капитан! Там в воде добыча! Ага, понял. Дерево, сахар. Тут игры. Сахар продадим, а дерево нам пригодится до улучшений. Так, и где получается еще они? Если так, на самом деле, ребята, судить, то... Фух... Придется на самом деле очень долго плавать за ними, а? Давайте ускоримся. Как включен турбо-режим. А походу в этой миссии мне не получится акулу убить, дабы миссия опять получится долгая, пока эти корабли, блин, найду. А завершу, получается, миссию именно потопления этих испанских кораблей с чумой. Даже не знаю, где они именно находятся. В смысле, это они, не они вот это сейчас, эти кораблики, которые сейчас я буду гасить. Зал! Подходящая дистанция! Блин, водички! Да, это они! Сука, готовый, офигенно! Здесь! Он сокрушен! Спасибо, спасибо! Судя, мне кажется, получится то, что я хочу сделать, а? Блин, я очень рад, что кораблики эти на самом деле слабенькие, а? Пока что слабые. Потом контракт уже будет потруднее. Кстати, первый морской контракт, он не такой трудный. Так, если это... Блин! Это, надеюсь, это они, правда. Не вышло! Перезаряжай! Понял. Блин! Давай, давай, давай! Корабль! Хороший залп нам поможет! Блин! Ой! Ой-ой-ой, не вижу ни хрена, сейчас на таран пойду, а. Рыся, как так, как, а? Сейчас столкнемся, держись! Он идет ко дну! Так, получается... И где испанский тогда? Еще один кораблик, а? Видите, получается, каждый корабль находится в какой-то определенной зоне именно с испанской... С чумой, блин. Охренеть, да? Сейчас не придется, по-моему, это он и есть. Хотя они все первого уровня, поэтому я понятия не имею. Ладно, как говорится, будем гасить всех, пока последнего не убьем. А до акулы нам тоже дофига. Поэтому, не знаю, может быть, либо я завершу миссию, то что... Есть! Есть! Чисто чуечка, правда, я не знал, что это они. Есть! Морской, испанская чума, выполню контракт. Молодец, Дима.
Он сокрушен! Глотни водички! Так, ну теперь на самом деле нам можно будет вернуться обратно за акулой, и так, дабы так завершить миссию. В общем, прикольная, на самом деле интересная миссия получилась. Пока я больше только так не хочу, дабы мне хочется, правда, пока доплыву до акулы, так уже хватит, а? Слева, сэр! Ого, добыча! Так, там у нас сундук, да? Давайте быстренько сундучок возьмем. Да, да, я вижу, Эдвард, вижу. Опа, чувак за бортом. Это потом уже. Новато пути. Давайте я так... Идем прямо на скалы, сэр! Рифить все морселя! Опа, идеально встал. Капитану... Спустить паруса, ловим ветер! Рифи морселя и промселя! Блин, почти удачно встал, ё-моё. Убрать, убрать, скорее! Ладненько. Как говорится... Эп нырнул за борт! Да нормально, нормально все, поплавать нужно. Тем более водичка офигенная, почему бы и нет. Ай, кстати, к счастью, я вполне получилось выполнить это доп. Здание, испанскую чуму, именно ублюдских козелов, чтобы уничтожить с чумой кораблик, я понимаю. Получилось, все хорошо, типа чума не распространится, это зараза такая еще. В свое время она столько людей поубивала, ух, очень много, в общем. Испанская чума, по-моему, так и называется, как в игре. Так, сундук, сундук, больше ничего такого нет, да? Он, а, нет, ух ты! Вау, как же тут красиво. Каждый остров, даже мини-остров, по-своему красивое. Вау, блин, какая же все-таки классная игра. Особенно мне больше нравится в этой игре именно растительность и море. И как птички летают, а. Аж так расслабляет, а. Как же домой с работы или искать. Опа, опа, чё, прям до с нами, видите, типа, софт, помогите, помогите мне. Сейчас, подожди, доплыву до корабля. А можно было бы менять название корабля, я бы назвал бы другое, бы придумал бы какое-нибудь прикольное название. Пока не знаю какое, но придумал бы другое. Маленько, давайте, надеюсь, сейчас я залезу. Мы спасем этого чувака. Опа-опа. Кэп вернулся. И как мы не рады, а? Капитан на мостике. Так, спасаем. Все, поплыли за акулой. И сейчас, эй, так и завершу я миссию. Пока больше никакие контакты брать не буду. Все, плывем на скорости света, как говорится. Эти галки прям быстро плывет. И не можете галки, она быстрее, чем эти большие корабли. Единственный момент, конечно, да. У этих кораблей вражеских, но у больших броня получше, на меня, ну, прочность. И орудие, поэтому мне это постепенно будет галку улучшать, дабы чтобы она стала еще быстрее, пушки стали еще лучше, чтобы я смог их точно спокойненько иметь. А потом когда-нибудь, может быть, в финале, может быть, нет. Я нападу на легендарный корабль, по имени его. Я он просто явно, скорее всего, жесткого уровня, у него, скорее всего, много припасов, в общем, будет прикольно, на самом деле. Я так очень хочу пойти на своем канале Watch Dog, Киберпанк, в общем, и много-много других прикольных игр. На самом деле, друзья, я мало игр в свое время играл. И больше всего времени проводил в одной прикольной игрушке и провожу до сих пор в World of Tanks. Я в нее играю почти 9 лет. А так я большую часть именно в нее играл, потом в Warface поиграл немножечко, потом играл с другом всякие разные. Ну, Crysis 1, Far Cry 1, именно по кооперативу, ну, по сети, там баловались, полкали сетево. И все такое. Ну, я так что еще играл? Я играл, получается, Far Cry 2. Блин, Crysis Warhead я чуть-чуть поиграл. Потом просто не помню. А, у меня потом винда слетела, пришлось удалять, поэтому не прошел. Да, вроде, да, не прошел, но прикольное дополнение, на самом деле. Так, ну блин, я очень мало игр играл, в общем, друзья. Поэтому наверстываю выпущенное. Так. Бросок гарпуна! И на ужин будет мясо, сэр! Круто, круто! Меньше ход! Сейчас! А так. Так и заверши наши миссии. Это фиговый я прикольный вайд для татуировки, а? Это капец, внук Эдварда Коннора. Я в офиге, а? Я не знал вообще это. Так. Ой-ой-ой-ой. Так, берете на борт. Видно что-нибудь? Пока нет. Пока не видно. Понятия не имею, где-то акула. Вижу по левому борту! Уходит! Получай, рыбка! Там! Ну,
я пока еще не мастер. Получай, рыбка! Сука, как порвал веревку! Блин, я что-то вижу. Акула молота. Так, главное, друзья, не спешите. Это самое главное. Идет на нас! Спереди! Стой! Ух ты, сука! Идет на таран! Да пока не идет. Блин, надо не зря мазать, а. Аленька, что я заново потом повторю действия? Так, где эта рыбка? Вижу по левому борту! Попал, Кэп! Есть. Уходит! Тварь ранена! Она ранена! Ха-ха-ха-ха! Получил! Веревка порвалась, Кэп! Где же он? Так, нет, он не умрет, а. У меня 5 копий осталось, а. Идет на нас! Спереди! Гарпуны почти. Держитесь все! Блин, гарпуны заканчиваются. Идет на таран! Да, блин, 3 гарпуна, это нереально, а. Походу не получится поймать, а. Ну, блин, друзья, играю первый раз. Реально, просто тороплюсь по времени. Вижу! Впереди справа! Гарпун! Начались! Возвращаемся на корабль. Фух, бывает, друзья, что сказать. В другой раз не уйдет. На реи! Спустить паруса! Достать гарпуны! Я еще раз могу. Я очень рад, да? Надеюсь, сейчас у меня все получится. Главное, не спешить, а. Это самое главное. Начинаем. Готовность! Потянул! Ха! Блин, куда она? Не нравится? Ха! Ранили! Есть, а! Как порвал веревку! Ты же все получишь. Я что-то друзья. Вижу. Пожелайте мне удачи в комментариях, а. Потом, когда посмотрите, пишите. Вы... Как у вас первый раз получалось идет поймать акулу. Идет по нас! Слева! Крюками вау, ее! Вау, вот вау, скользкая тварь! Держись, парни! У вас первый раз получалось акулу эту поймать или нет? Видали, а? Получай, рыбка! Прикончим, тварь! Уходит! Напишите в комментариях, кто играл эту игрушку, вас первый раз получилось будто акулу поймать, именно карпунами убить, да или нет? Пусть, как видите, я играю первый раз. Смотри в оба, слева! Есть, последний раз осталось. А ну-ка! В яблочко! Нет, твари! Изи, получилось, а? Блин. Прикольная, на самом деле, такая миссия получилась. О, вот вау. Чудище! Ни хрена себе акула, блин, молот. Да уж, мне кажется, прикольно будет завершить так миссия. Да, крепость захватили, все хорошо. 14 часть под названием Эльютира завершена. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки. И самое главное, дорогие друзья, не болейте, не скучайте. Скоро с вами увидимся. Всем пока-пока! А что это вы тут делаете? Конец! Кино-то уже кончилось.